Всем привет! В Швейцарии уже открылись магазины, и вот такая вот красота предстала перед моими глазами. Коллаборация с MAC с Dolce Gabbana. Цены, конечно, нереальные, но и красота неописуемая. Тостер 500 франков, соковыжималка из апельсин 650 франков и миксер, блендер, вот этот 1190 франков и большая машина. Цену я уже даже не посмотрела. Но согласитесь, ярко, красочно, нарядненько. Помните, такие торбочки у нас были? 15 франков, авоська. Разных цветов и расцветок. А вот какие крутые подставки для яиц. Скажите, классно?